Сегодня у нас будет уха из минтая. Для этого нам понадобится рыба, морковь, картофель, лук, лавровый лист и специи. Приступаем к разделке рыбы. Отрезаем хвост, убираем ножницами плавники и вычищаем все изнутри, а также убираем чешую. Методом выскабливания убираем пленку. Итак, рыбу мы подготовили, помыли еще раз. Теперь нарезаем на куски. Вот такие будут достаточно. Отправляем в кипящую воду, добавляем сюда лук и морковь. Пока готовится у нас рыбный бульон, подготовим картофель. А также нарежем морковь и лук. Итак, рыбный бульон у нас готов. Вынимаем рыбу. Нам нужно ее охладить, очистить от костей, бульон процедить, а морковь и лук выбросить. Выливаем процеженный бульон обратно в кастрюлю. Добавляем картофель, лук и морковь. Очищаем рыбу от костей. Теперь на этом этапе можно посолить. Добавляем сюда еще лавровый лист, немножко растительного масла и выкладываем рыбу. Далее добавляем черный молотый перец, а также перец горошком. Уха готова. Обязательно включайте в свой рацион рыбу как минимум 2 раза в неделю, ведь в ней столько много полезных микроэлементов, веществ, которые нужны нашему организму. Сверху посыпаем зеленью. Уха получилась отменная. Приятного вам аппетита!